что Вологодская область — это у нас область, которая имеет прямое отношение к лесной отрасли. Здесь большие лесосеки, здесь представлен промышленный комплекс. Из этой лесосеки получаются такие красивые дома на улице Строителей. В текущем, так сказать, варианте СНИПа предусмотрена возможность строительства домов высотой до 30 метров. Это 9 этажей. И, собственно, к концу года, мы хотим выйти на, так сказать, уже утверждение стандартных моделей домов до 9-10 этажей, которые, так сказать, будем строить по всем регионам. С сегодняшнего дня начнется тиражирование этой практики на все регионы Российской Федерации. Будущее за деревянным домостроением, потому что это исконно русский продукт из нашего Вологодского леса, который, конечно, будет востребован во всех регионах Российской Федерации. Поздравляю всех с этим историческим событием.